Выходи. Кот, давай выходи. Выходи, жулик. Ай-яй-яй-яй. Покусал. Давай мы тебя чем-то выманим. Давай. Опа. Приветствую вас. Вы на канале hefelyshop.ru и следующее видео о направляющих скрытого монтажа системы открытия push немецкой фирмы Hefele. Открытие push — это открытие без помощи ручки путем нажатия на фасад. Нажимаем на фасад, и ящик открывается. Открытие происходит путем легкого нажатие на фасад, ящик открывается плавно, без заеданий, без перекосов. При открытии ящика мы видим, что направляющая на боковине ящика не видна. Отсюда и название направляющей, направляющая скрытого монтажа. Вот так вот выглядит сама направляющая. На нее сюда сверху кладется ящик. Вот принцип работы. Закрыли, открыли. На передней части направляющей есть такой вот пластиковый винт, который ходит вверх-вниз, с помощью которого мы можем отрегулировать фасад по высоте. Диапазон регулировки 3 мм. Ящик вытянуть очень просто. Для этого достаточно его открыть, поднять вверх и потянуть на себя. Фиксируется он при помощи таких вот отверстий на задней стороне ящика. Сюда входит специальное крепление. И также крепление есть здесь, которое фиксируется в отверстиях, вот специальное, вот оно. Проведем небольшое испытание направляющей. Покладем в ящик 6 бутылок с водой. Это где-то примерно около 10 килограммов. Чтобы бутылки не катались, покладем сюда еще такую вот коробочку. Закрываем ящик. Как мы видим, все работает хорошо. Все открывается.